Мы застали Александра с сыном в разгар рабочего процесса. Мужчина восстанавливает часть пристройки после небольшого обрушения. Это дайвинг-центр для людей с инвалидностью – дело их жизни. Ежегодно сюда приезжают сотни человек. На небольшом арендованном пляже у трассы «Здоровье» уже 9 лет предлагают дайвинг и прогулки на каяках для людей с инвалидностью абсолютно бесплатно. Но за годы работы некоторые конструкции устарели. Сейчас, в преддверии нового курортного сезона, руководители центра хотят усовершенствовать свое детище. В первую очередь хотят установить новый механический пандус для спуска в море. Здесь человек пересаживается, у него будет здесь механическая такая лебедка, кресло, в которое он пересаживается в кресле. Беря пультик в руку, сам съезжает вниз. У нас будет здесь 18 метров пандуса. 18 метров туда с понижением уходит вон аж за тот камень. Человек будет по грудь заезжать в воду. Новое приобретение должно появиться вместо довольно шаткой конструкции. Аналогов такого пандуса, говорит Александр, нет. Его разработали специально для этого пляжа по европейскому образцу. Идея проекта уже более 10 лет, но денег на ее реализацию взять негде. Полтора месяца назад обратились ко всем неравнодушным. Собрать удалось почти 40 тысяч гривен. У нас все записано, все по каждому человеку отдельно. И даже мы хотим сделать... непосредственно, когда уже закончится пандус, табличку выгравировать непосредственно с фамилиями и именами тех людей, кто, ну, благодаря кому это будет реализовано. Для установки механического пандуса нужно не менее 100 тысяч гривен, рассказывает Александр. Если же собрать всю сумму не удастся, сделают пока пассивный, похожий на тот, который город поставил на пляже для людей с инвалидностью. И хоть в целом планы грандиозные, вопрос финансирования решающий. Центр выживает за счет сдачи в аренду оборудования, чем-то помогает город. Сейчас в мэрии рассматривают проект реконструкции пляжа. Если его утвердят, центр преобразится. Он прошел депутатскую комиссию по социальной политике. Депутатская комиссия рекомендовала управлением рассмотреть. Управление одно рассмотрело, два еще нет. Рассматривают. В заключение еще никто не сдал, не сказал, что нет. Еще одна проблема – проезд к пляжу. Он всего один, охраняется муниципалами. Шлагбаум поднимают только по предъявлению пропуска. И хоть на месте нас заверили, что авто людей с инвалидностью с соответствующим знаком проезжает беспрепятственно, на практике не каждый может себе позволить машину и терпение получить все разрешительные документы. При этом доступное побережье, в том числе и для людей с инвалидностью, одна из важных частей инфраструктуры развитого города. Пользоваться открытым морем, живя возле него, это нормальное право человека. А тут знакомство с подводной средой. Здесь независимая среда, в которой ты висишь и в котором убираются твои немощи, в котором ты плаваешь, в котором ты двигаешься, смотришь, радуешься цветам, природе, флоре, фауне, ну, в общем, всему и своим возможностям. Лилия Горопашная, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».